Смотри, какой же он милашка. Аккуратнее, ведь такие обычно вырастают настоящими демонами в постели. Чего-чего? Похоже, ты тут всем нравишься, Лео. Надо же, да это сама леди Риселия. Ну, здравствуй, Мюзель Роудс. Боже мой, что это за ужасный шрам? Дай угадаю, опять взялась за непосильную миссию по разведке, а затем вляпалась в неприятности. Этот парень явно не из ее друзей. Пойдем, Лео. Эй, куда ты так спешишь? Прошу, отойди! Ой, да ладно тебе, зачем же так сразу? Скажи лучше, кто этот парнишка? А это тебя уже не касается. Что, надоело играться с отбросами из твоего недовзвода и теперь решила в няньки податься? Да уж, ты достойна аплодисментов. Этот мальчик обладает святым мечом. Такой-то сопляк? Это типа шутка такая? Мне вполне понятна его дерзость. Так что прощу ему ее на этот раз. Лучше не привлекать внимания. Прекращай ломаться и иди уже в мой взвод. Сама же знаешь, что в самых почетных тебе не придется волноваться об исключении. И это даже несмотря на то, что такая неудачница не может призвать свой святой меч. Теперь все ясно. Будучи родом из благородной семьи, она не смогла оправдать свое имя. Всего-то стоит согласиться, и я приму тебя в свою коллекцию игрушек. Скорее всего, он использовал магию контроля на их разум. Точнее, его святой меч. Тогда тебе больше не придется рисковать своей жизнью, отправляясь на миссии. Да. Отказываюсь. Решила наплевать на мое великодушие? Тоже мне великодушие. Прошу, отойди! Явно же, что ему нужно стоять. Лишь ее тело. Ты мне перечить вздумала? Ай! Эй, ты! Чего тебе надо? Что такое? Ты в порядке? Слушай сюда, никчемная ты падаль. Еще раз тронешь ее прекрасные локоны, пожалеешь.